Всем привет, друзья, подписчики и гости моего канала. Сижу я такой сегодня дома утром и думаю, куда бы пойти, чтобы снять такое интересное для вас, какую бы заброшку обследовать. И тут звонит мне Денис и говорит, поехали на дачу. А я думаю, а почему бы и не поехать? Ведь там недалеко от его дачи находится село Пшеняное. И вот туда мы и направляемся. Ребята, там находится старинное немецкое кладбище. Очень интересно. Оставайтесь с нами. Еще хочу сказать, что спонсор этого ролика – это мой Инстаграм. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кстати, вот Денис, познакомьтесь с ним. Привет. Ждем химика. Ну, мы направляемся. Говорят, а вот этот молодой человек, который был с вами, не вернется? Я говорю, а зачем? Но он не выглядит на того, кому можно выдавать пиво. Я говорю, что, серьезно? Иди зайди, блин, это вот, права предъяви. Что ты прикалываешься? Не, ну серьезно сказал, я правда не понял, кто не выглядит, ты, я, вон. Так ты ж покупал, не я покупал, я покупал, при чем, да. Тут? Может, я просто с тобой, может, ты мой папа, блин. О, кстати, да. Вот, ребятки, мы остановились тут, такое местечко по дороге, вот такой памятник тут небольшой, столик есть, где 26 августа 1988 года трагически погибли 5 человек. И вот одному, кстати, ребенку, вот 85 года рождения, то есть ему было, Александру, всего 3 года. Девочке вот 76-88 году было 12 лет. Как бы вот Петру Сергеевичу Ткаченко было 34 года. То есть будьте осторожны, будьте внимательны за рулем, за дорогой. Это может быть фатально. Ваша неосторожность. Едем дальше. Давайте, наверное, перед тем, как попасть в село Пшеняное, мы еще заедем в Доброслав. Как вы думаете? Посмотрим. Я там снимал когда-то заброшку одну. Называется видео, смотрите, на моем канале. Самое, как оно называется? Короче, будет ссылка сейчас сверху, как оно называется. Сейчас на каких-то 5 минут свернем, по Доброславу проедем, кружок сделаем. Я Денчику покажу, как можно заехать и как выехать с него. Ты был когда-то в Доброславе? Был. Был. На маршрутку ходил. И мы таки заехали в Доброслав. Вот мы едем, смотрите, по Доброславу. Со мной сегодня Дениска. Да, привет, ребята, все равно. Опять привет, уже были. Да, вот это будинок праці у них, видишь? Смотри. Я приехал устраиваться на работу просто. Ну, сегодня закрыто уже. Вот какая-то у них школа тут. Я приехал устраиваться на работу. Это Коминтерновская АК. Знаешь, такое? Вас витает Доброслав, вот написано. О, вон эта заброшка, я в нее ходил тогда, снимал, вот она. В ролике есть, помнишь? Ага. Там колодец, если смотрел? Смотрел? А вот я она смотрел, за этим, да. Вот, и за забором, главное, действительно, смотрите. Если кто не... Сейчас, ребята, я сейчас вам покажу эту заброшку, что я снимал. Вот она. Вот там я в нее заходил. Была она раньше. Это дом культуры. Короче, вот так.
Сколько ты не пил пива? Полгода. Полгода не пил, и вот он наконец-то делает глоток. Но это не первый уже глоток у него. Видели, да, ребят? Вас витая Кордонская сельская рада! А почему вот ты начал именно сегодня, решил раскодироваться, так сказать? Потому что завтра что? Потому что завтра день химика. А ты кто? Скажи. Я бы хотел сказать, но это не на камеру. А ты химик. Ну, и так. И я химик. Ребята, если вы хотите что-то узнать по поводу химии, обращайтесь к нам. Если вам нужно узнать, что такое натрий OH, мы вам скажем, что это едкий натрий. Здесь, ребята, я когда-то нашел 2 рубля. Два, а что два? Может, один? Вот тут он. Главное показать, как можно здесь найти 2 рубля. Ну, я все понимаю. В кустах там вот где-то, где просто. Вот смотрите, чтобы вы понимали. Я вот остановился сейчас. Мы едем в село Пшеняное. Вот дорога. Вот мы оттуда приехали. Вот, смотрите. И едем вот туда вот. Нам еще ехать вот по такой дороге. Ну, как бы ехать еще есть. И вот тут вот такая заброшка есть. Вот смотрите, есть заброшка такая. Это бывшее здание газовой конторы. Идемте посмотрим. Конечно, грязно тут. Но ради вас, я пройду по этой. Вот, вот такое зданице. Посмотрите. Какое интересное. Что-то там внутри. Есть или нет? Конечно. Вот оно. Вообще. Там год виден. 1980. Говорят, что это здание газовой конторы бывшее. Вот. Ну, оно полностью заброшено. Такое. Ребятки, мы едем в село Пшеняное. Село Пшеняное — это бывшее немецкое поселение Нойпетербург, которое было основано в 1885 году. По сведениям Википедии, сейчас в этом селе проживает в районе 200 человек всего. Также в селе находится вышка МТС. Интересная, вот. Но то, что меня интересует, это, как я уже ранее сказал, это старое немецкое кладбище. Остатки, вернее, его. Вы все увидите сами. Там захоронение, как пишут, начало 19 века еще. Но если село было основано в 1885 году, то вряд ли оно начало 19 века. Все-таки, наверное, это более позднее захоронение. Конца 19 века, правильно? Согласен. Наверное, это ошибка. Ну, вот такая дорога. То есть, как таковой, дорога есть, и можно сказать, ее и нет. Да? Ну вот, дождик, был дождик, и дорога уже такая. Ну, бывает и хуже, как бы, да? Да, да. Был концерт ее. Это кто? LP, Лаура Пелгорица. Он был на концерте LP, ребят. Ребят, что я остановился? Мы еще не доехали до Пшеняна. Но тут вот интересная такая остановочка, называется Иринка, посмотрите. Вот этот домик. Что там? Дети какие-то. Люди. Ребята, радио выключилось. Дом, смотрите, сейчас включилось, это дети идут. Смотрите. Реально, чуваки. Мы въехали. О, вот этот памятник. И дорога туда, точно. Памятник вот. Ну, это в годы войны погибшим односельчанам. И вот мы едем к этому. Ребят, реально страшно. Вот, смотри. Ты видел? Вот
Старая классика Диснея в киноварианте. Ребятки, вот я приехал сюда. И сейчас я вам покажу то, что я вам хотел показать. Вот немецкое кладбище. Старое. Чугуйно-литейный завод КА СН в Николаеве. В Николаеве. Вот такое написано, смотрите. Прям посреди, вот как въезжаешь на горе, вот прям посреди поля, прям посреди поля находятся могилы немецкие. Вот я их показываю сейчас. Я нашел. Смотрите. Вот заброшка. Давайте еще, наверное, проедем к этой вышке. Покажу вам МТС-ку. Вон она, поближе. Подъедем. И уже будем ехать на дачу. Там что-то тоже еще будет интересное. Я в этом уверен. Поэтому оставайтесь с нами. Вот. Смотрите, Денис уже там поет песню. Он не захотел со мной идти смотреть. Но... Вдоль реки. Пусти меня за руль, поедем. Давай, садись, пацан. Ребятки, вот вышка эта МТС-овская. Ну, ничего такого интересного уж я прямо скажу. Ну, вот она. Какие-то заброшки тоже есть. Будем ехать на дачу. Нас шашлык ждет, ну, в самом деле.
Ребят, поздравляю всех химиков и не химиков с днем химика. Вот. Мы уже на даче. Он к нам пришел, какой-то дружбан. Если видите, вон. Вон, смотри, дружбан, вон. А, кореш. Кореш, да. Это, ребята, мы будем жарить что-то. А, мы будем жарить, вон, мясную весну. Не мы, а вы. Нет, на этот раз вы. Дедушка милый, спаси меня, в капкан угодила нога моя. Но почему в ответ брови нахмурил дед? Брови сурово нахмурил дед! Ребят, сейчас я вам покажу. Что-то я вам сейчас покажу. Как тут? Опа! Вот это мы жарим. Опа-на! Ла-ла-ла-ла! Утренний рассвет, солнце поднималось над землей. Просыпался лес, восхищаясь розовой зарей. Продолжение снов, юная пора, как божественна природа и проста. Ребятки, всем привет, всем доброе утро. Мы сейчас на даче, проснулись только вот. Завтракаем сосисочки, помидорчики, хлебчик, сачок. Вон Дениска он кушает, я сейчас тоже присоединюсь. И потом мы отправляемся в Петровку. И еще кое-что будет интересное по пути. А в Петровке поместье Курисовых посмотрим, как оно выглядит сегодня. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Давайте. Ребятки, вот сейчас я уже при въезде в село Курисово. И хочу вам показать остатки одного очень интересненького старинного мостика. Идемте со мной. Дерево там растет. Классно. Смотрите. Трава, блин, конечно. И так как-то пройти надо. Очень большая трава. Но сейчас дойдем. Вот уже. Я сейчас на мосту. Вот мост, которым ездят сейчас машины. А это старый мостик. Вот, смотрите, просто класс. Интересно. Туда, конечно, я не полезу. Там, как видите, как болото какое. Но мостик такой. Ребятки, вот такой интересный мостик тут, как видите, старинный, еще остатки его видны, есть, пока еще есть. Кстати, должен сказать, где-то лет 5, наверное, назад я тут ездил, и он практически в таком же состоянии был, как бы вот так вот, вот смотрите еще раз. Едем дальше. Поместье Курисовых. Курисовых.
Мы въехали в Курисово! Ты доволен? Очень. Я ждал этого все свои 30 лет. Да. Наконец-то я до этого дождался. Ребятки, вот мы и приехали в село Курисово. До 2016 года это была Петровка. В селе расположен памятник культуры государственного значения, поместье Курисов, принадлежавшее подполковнику Ивану Ануфриевичу Курису, некогда бывшему начальнику канцелярии Суворова. И вот, собственно, поместье Курисовых. Так и есть, оно находится за забором сейчас. Вот вы можете видеть. Вот это все оно на реконструкции. Зацени. О, смотри, айс. Замок какой. Видишь? Класс, смотри, наверху айс и стен. Ага. Вход стучи. Вот такое тут поместье. А когда-то лет 5 назад я в него лазил туда. Можно было спокойно зайти. И вот это еще не было обвалившееся, это обвалилась уже часть. Тут был целый вход, понял? А вот заброшка рядом какая-то. Видите? Заброшечка. И вот мы с Денисом решили спуститься, посмотреть, где тут. Сейчас Дениса в лес поведу. Вон, смотри, какая тут красота. Видел? Да, здесь красиво. Герб, видел? Ихний. Да. Родовой. Что-то они пока, блин, восстанавливали, уже вон трещина пошла или что-то. Или то. А вон эти какие. Ну. Скульптуры эти, да? Как ими называются? Собака, да, вон видел? Ну это не собаки, это как-то называются они. Да, похоже. Не помню. Вон камера есть уже даже стоит. Камера? Ну вон камера, видишь. На дереве или? Да не на дереве, вон на палку. Видишь камеру? Вон как у тебя почти. Вон. То есть нас видят? Ну конечно, не, ну не нас видят, нафиг никому-то нужно. А, она типа туда, то есть если мы залезем, то они увидят, да? Ага. То есть залазить с ним нельзя туда? А, там пулеметчики сидят. Ребят, ходили вокруг этого замка Курисовых. И вот нашли остатки такого, я не знаю, это пруда. Наверное, еще тех времен, смотрите. Такие интересные стенки. Класс. Он перешеек. А? Он перешеек. Перешеек это что значит? Ну, соединяем. А? Вот такое. Очень интересно. Ну а тут уровень воды выше. Что? Выше уровень воды. И куда он идет? Куда-то туда, да? А, он заканчивается там? Ну там я не знаю, там все так. Вон камыши, видишь, дальше какой-то. Я думаю, не пойду, вдруг там змей. Оно мне надо. Вот такое. Ребятки, вот такое место тут интересное, да? Мы в лесу. Ху-ху-ху.
Ребят, мы сейчас с Денчиком зашли немного вот в Курисовский лес. И будем на этом с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. Дальше будет еще интереснее. Всем пока. Денчик, скажи всем пока. Счастливо, ребят. Скажи. Пока. Пока. Пока, ребят. Всем привет, друзья, подписчики и гости моего канала. Я сейчас на даче у Дениса. А вот он, Денис. Ха-ха-ха. Смотрите, что у него в руке. У него в руке фрискес. Это он ест, запивает водой. Да, сегодня разгрузочный день, пиво не пьем. Опа! И пиво не разлилось. Смотрите, что произошло сзади. Ребята, это катастрофа! Выходим, эвакуация! Мы везем клетку вон, чтобы вы видели. Да? Клетку будем сажать туда, искать нерадивых подписчиков. Мы едем искать призрака, короче, его будем сажать в эту клетку. Да? Я считаю, что нужно туда сажать людей, которые не подписываются на этот прекрасный канал.